Вот такой путь детишки обходят, крутят одежду и говорят, я забываю вещи за стану. Если дежурный прошелся, обычно перед обедом, тут немножко запоздали после обеда уже. Обычно они бегают, а там они уже поели, но они идут пешком. Потому что после еды нельзя бегать. Не полезно. Так обходят они три круга вокруг лагеря. Вот там, видимо, грачи сидят. Постаралась, сколько ты потратила, нам это приятно. Раиса Михайловна Дмуха, это Костина мама, прислала яблоки, там еще что-то. Я говорю, о ней помолитесь. Продукты, которые получаете от малоизвестных людей, все освящать святой водой. А ее да благословит Господь, да воздаст милостями своими. Я не спросил сразу маленькая там Ксения Новикова, как она работает. Работал. Ну, работает. Учись, Ксения, работать. Тебе надеяться ни на кого. Ну, все, слава Богу. Так, Василиса занялся вам всем, помочь выйти. Излишнее убрать. Поняли? Побеседовать. У нас галатийская система. По-добровольному может выйти. Ей будет приятно, когда она, ну, все это получит у нас. Там никакой нет. У нас сколько людей здесь было, они, ну, лишний вес у которых. Они сами избирали себе и сидели на скамейке. Им давалась кружка компота и два сухаря. Через неделю уже заметно поползло вниз. Человек-то от чего это надувается у него все ли? Излишки жира нерасходанного. Вот у Леры как раз, у нее лишнего веса нет. А был бы лишний вес, она бы не поднялась 14 раз. Она даже разу не поднялась. А висела бы, как кувалда. Так. Кусок заломил и не можешь доесть никак. Зачем целиком? Ты бы отломил от него и все. Ягоды доешь. Что ты сидишь-то? Ягоды доедай. Там тоже едят еще трое. Ну скажи, у тебя нормально получается с едой. Вон третий круг идут. Этот, говорит, больше всех выработал, а этот еще не может сказать, говорит, а я зато больше всех съел. Ребятишки хвалятся друг перед другом, это у Сергея Михалкова написано. А у нас то там газ, а у нас то-то, то-то. Каждый хав хвалится, чем может. А мальчишка один говорит, не знает, что сказать, говорит, а у нас по утрам, говорит, солнце ведь на кухне светит. На кухне солнце светит. Тоже здорово. Пришли, Игнать Иванович. Напоили солдата. Все, садитесь, доедайте. Солдата одного напоили, он говорит, квас-то у вас какой хороший, надо самим мало. Не, много. Мамка говорит, когда черпала, ей до пояса было.
кадушка большая. Ну все, поели мои. Куда? Сейчас что ты должен показать? Даешь? Быстро прыгайте за одну секунду. Я опять самая первая из детей. А я не заела. Боже милости, будь не грешен. Создай меня, Господи, помилуй меня. И считай, что грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и Боже твою. Господи, посети нищих сиротов одиноких, воздай милостями Твоими, и эту Раису благослови, заботящуюся о нас, и всех наших благодетелей Елену благослови. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я вижу у вас иногда игры, для меня непонятные. Вот это кто там долбит, строит? Ты. Значит, у тебя хорошее нету. Сделать молоточек деревянный ей надо. И вот эти вот, которые напилить надо, заострить, я постараюсь сейчас себе сделать. Чтобы настоящие были ровные, чтобы она могла строить как положено. Дощечки там сделать. Она что-то строит, и помочь надо, потому что одной трудно очень. Понятно? А то вы сделаете, да, ну, можно там и щурочки как-нибудь просверлить надо, и ручка, чтобы молоточек у ней был деревянный. Деревянный молоток киянка. Называется киянка. Знаете, нет? Да. Киянка. Кстати, прямо. Спаси Христос, поворот на тебя. Вот он, я могу Вике помогать. Ты помоги Ване фарашку повернуть так, назад. Так, нет, график мне не сбиваем. Значит, Тихонович, почему? Поверни. Потому что у меня все было. Я могу задание повернуть фарашку назад. Можно тренить? Только 7 минут еще не сделаем. Все, посидите на колени. Ау! Тихонович, а помогу-то можно было? А? Помогу-то можно было? Я не сюда буду.